Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами уже закрывали ассорти из огурчиков и помидорчиков. Остались большие огурчики и лопнутые помидорчики, не кондиция. Из некондиции я нарезала салатик, огурчик с помидорчиком. Видите, есть очищенные вот огурчики. Вот помидорчики такие бывшие, лопнувшие. И перчик болгарский, я его обдала кипяточком и тоже добавила в этот салат. Вот он постоял у меня 2 часа и пустил такой прекрасный сок. Теперь я его только что переложила в баночку, полную баночку наложила. Чайную ложечку уксуса теперь добавляю, наливаю. И вот эту водичку, которую пустил салатик. Сейчас как бы мне взять одной рукой и показать вам. Эта водичка вся наша идет так аккуратненько в эту баночку. Вот. До верха наливаем. И теперь эту баночку мы ставим в кастрюльку, заранее приготовленную с водичкой для стерилизации. Вот. Накрываем крышечкой. Уже крышечку я перекипятила, помыла. Вот так закрываем. И таким образом у меня в эту мою кастрюльку влазит обычно 4 баночки. Ну, на каждую кастрюлечку разное количество баночек у вас. Вот, сейчас, когда я поставлю 4 баночки, то до плечика водичка вот так поднимется. И 15 минут надо, после закипания, надо этот салатик простерилизовать. Видите, как очень просто? Просто нарезал произвольно помидорчики, огурчики. Посолил обязательно. Вот на такое количество, килограмм огурчиков, килограмм помидорчиков. Такая чайная ложечка с горкой соли пошла у меня. Вот за 2 часа все пустила сок. То есть очень простой салат. Не надо ничего не сливать, не выливать, не переливать. Просто оставил на 2 часа, засыпал в баночку, простерилизовал, закутал. Перевернул, вернее, сначала перевернул крышечкой вниз, потом укутал в теплое одеяльце. И все. Обычно за ночь эта вся закупорочка у нас остывает. И все, салатик готов. Очень вкусный и очень полезный, так как мы его не обдавали ни кипяточком, не варили, а просто-напросто сложили в баночку, простерилизовали и закатали. Приятного аппетита, мои хорошие! Пока-пока!